Количество аварий в Ангарске в этом году существенно снизилось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число происшествий уменьшилось более чем на 400 случаев. Погибших и раненых в ДТП тоже стало меньше. В целом, это заслуга, в общем-то, коллектива ГИБДД всего, да, города Ангарска, потому что мы теперь работаем исключительно по грубым нарушениям, то есть все так называемые мелкие, да, сопутствующие нарушения, типа нарушения требования знаков, парковки и так далее, мы их по мере выявления, и то есть на них не акцентируем внимание в достаточной степени, а работаем исключительно по профильным, которые влияют на аварийность. В ангарских дорогах продолжают страдать и гибнуть дети. В прошлом году было зафиксировано 17 несчастных случаев, в этом 14, и нередко по вине родителей. К примеру, в этом году произошло 2 резонансных ДТП, в которых по причине отсутствия в автомобиле детского кресла погибли 2 малыша. Изменят ли ситуацию в лучшую сторону возросшие штрафы, пока неизвестно. За детское удерживающее устройство теперь придется оплатить нерадивым водителям штраф в размере 3000 рублей, потому что именно этот вид административного правонарушения ведет к серьезным дорожно-транспортным происшествиям, в которых у нас страдают наши дети. Если раньше штрафная санкция была 500 рублей, теперь увеличена в 6 раз. К слову, ГИБДД, учитывая пусть и неплохой результат работы за 8 месяцев, не расслабляется и готовится к грядущей зиме. В техническом вооружении инспекторов появились еще несколько приборов, измеряющих светопропускаемость автостекол при низких температурах. В ближайшее время поступит оборудование для теплых боксов регистрационно-экзаменационного отделения госавтоинспекции. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, «Местное время».